Всем привет! С вами уже не доктор на связи. Я нахожусь в парке Эмерган. Это вот здесь вот. Вот он рядом с Босфором. И давайте мы сейчас вместе с вами пойдем смотреть Босфор. Он где-то там должен быть, прямо по курсу. А пока мы будем идти, мы с вами можем побеседовать о заработке на рынке криптовалюты. Я, да, постараюсь не тереть микрофон об свою одежду, чтобы вы не возмущались там. Будем говорить сейчас о битке, и в последние дни, конечно, по большей части шли настроения негативные, нагонялось жути, но иной раз это делать необходимо, потому что люди по природе своей нуждаются в том, чтобы им одну и ту же информацию повторили несколько раз, чтобы она до них дошла. И я последние несколько месяцев понимаю, что интеллект толпы, он равняется интеллекту самого глупого ее представителя. Вот. И нужно постоянно повторять одно и то же. Поэтому последние несколько месяцев я говорил: ребята, что-то у вас должно лежать в долларе, чтобы когда крипторынок рухнет, вы могли бы все купить дешевле. У новичков есть одна проблема. Они всегда боятся не успеть купить. Потому что когда им говоришь, одна цена, да, какая-то входа хорошая, они ее не дожидаются, им кажется, что цены больше не вернутся к этой точке. И надо скорее купить, пока поезд не ушел без них. Вот. И вторая проблема, ну это называется FOMO, да? А вторая проблема — это то, что новички умеют только покупать. Они не умеют продавать. Вот. То есть люди купили актив, сидят с ним месяц, два, три, начинают к нему привыкать. Им вместе с ним комфортно, они сдружились, срослись уже с этой позицией. И они ее никогда не продадут. Никогда. Даже когда она вырастет несколько раз, жадность будет расти гораздо быстрее. Ну, то есть у многих такая проблема. Вы посмотрите, никого нет вокруг. Просто все вымерло. Сюда попасть, вот гражданину Турции, горожанину стамбульскому, невозможно. Если у него нет разрешения на передвижение, сюда может попасть только человек с разрешением, потому что сейчас карантин жесткий, либо же турист. То есть я сюда такой пришел: здрасте, мне говорят: здрасте, мы закрыты. Я говорю: а я турист. Они такие: ну, добро пожаловать, пожалуйста, проходите. Ой, тут кто-то жил, наверное, когда-то с видом на Босфор. Я уже его вижу, кусочек, он там находится. И тут вот как бы типа можно находиться, но в то же время нельзя. И вот такое ощущение, как будто у нас тут самый настоящий апокалипсис произошел, как вот в фильмах, что вот весь мир вымер. И я такой, как я легенда, где мой верный пес? Хожу и думаю, что так, то с наступлением темноты начнут зомби выскакивать и меня съедят заживо. Ну вот, как бы круто на самом деле, такое ощущение уединенности, но я, если честно, уже солидно хочу пить. И, естественно, ничего не работает, все закрыто. И нечего пить, кроме росы с травы. Но об этом я уже шутил в своем инстаграм-аккаунте. Кстати, подписывайтесь, если хотите знать подробности о моем путешествии в Турции. Вот. Но вернемся, так сказать, к нашей торговле. Прежде чем мы вернемся, я бы хотел напомнить, что все сигналы, все обзоры, все платное. Поэтому палец вверх. Это будет достойная плата за мои труды. Ну и если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Прямо сейчас и колокол нажмите, чтобы новые видосы не пропускать. Давайте я сделаю паузу. Перед тем, как показать вам Босфор, я покажу вам график биткоина и что я о нем думаю. Сейчас посмотрим, все ли у нас тут подгрузится. Откроем график биткоина. Я на самом деле очень рад, что мы поднялись выше 50 тысяч долларов, потому что вчерашнее мое видео, я думаю, многие из вас уже видели и знают, что мое отношение по поводу нахождения цен ниже 50 тысяч долларов. Да? Нам очень важно сохранить позицию выше 20-недельного скользящего среднего. Именно в этих обстоятельствах мы сможем дальше продолжать лицезреть рост альткоинов, в том числе и эфира даже, может быть, еще не какое-то непродолжительное время перед какой-то коррекцией между для продолжения роста. То есть у эфира в любом случае будет коррекция в ближайшее время. Вот, а
Но рост, я думаю, его еще относительно битка вполне может быть продолжится. И давайте-ка посмотрим, что я, в принципе, еще излагал вчера в телеграм-канале в своем. Вот кто, кстати, не подписан, очень зря. Ссылочка есть в описании. У меня есть такой вот замечательный телеграм-канал. Он так и называется, уже не доктор. И здесь я, в принципе, вчера излагал часть тех мыслей, которые сейчас озвучу и вам здесь. Значит, перво-наперво. Мы вчера с вами рассматривали паттерн расширяющаяся формация. Вот он был здесь. На этом графике, да, вот тут вот, но вот он, его нижняя граница синяя, верхняя граница зеленая, но вот тут вот как-то я не разглядел во вчерашнем видео паттерн перевернутая голова плечи, и ее линия шеи по сути является нижней границей расширяющейся формации. Давайте-ка проведем, посмотрим, где это все проходит дело. И у нас получается, что если цены пойдут ниже 44 тысяч долларов, тем самым пробив и 20-недельное скользящее среднее, и нижнюю границу расширяющейся формации, и голову плечи, пусть и не в стандартном виде, да, эта фигура обозначена здесь так, как линия шеи у нас здесь нисходящая, а в классическом варианте она восходящая, и не совсем хороший этот вариант для торговли в шорт, потому что именно в такой вариации головы плечи мы получаем худшую точку входа, нежели с классическим вариантом, потому что она находится ниже, соответственно, меньше движения. Точнее, движение будет более рисковое, и вход в сделку будет гораздо ниже, чем нужно. Вот, но целями по такой замечательнейшей фигуре, я буду сейчас как Борис Бурда говорить, тянуть слова. Замечательнейшей голове плечи. Ну, тут я немножко больше, конечно, захватил, поэтому давайте ее выше поставим. Будет район 30 тысяч долларов. А 30 тысяч долларов, ребята, а 30 тысяч долларов, это очень сильный уровень, который мы с вами обозначали еще давненечко так. То есть он объединяется с двумя уровнями. Здесь 33 645 и 30 тысяч долларов. И вполне может быть, что да, мы получим с вами коррекцию вплоть до этих значений. Но пока линия шеи вот этого не пробита, говорить о том, что фигура голова-плечи, она истинна, рано. То есть нельзя говорить, это потенциальная фигура голова-плечи. До тех пор я считаю, что нужно оставлять толику бычьих настроений с биткоином. То ли дело с альткоинами, ведь биткоин-доминирование уже 41,5% и приближается к уровню 40%, который был обозначен вот этой впадиной, вот второй, которая у нас была в 2018 году. И самое настоящее дно для биткоин-доминирования – это 36%. Это вот историческое дно, которое было в конце 2017 года, в начале 2018 года. То есть ниже биткоин-доминирование никогда не спускалось. И я уже вам записывал видео, где рассказывал про широкую дорогу, автостраду, по которой движутся здоровые груженные грузовики. И вот эта дорога широкая, да, если вот вы стоите вот напротив нее, вот так вот, вот дорога, да, вы стоите такие, смотрите, а там вот грузовик едет. Вот где-то вот там вот далеко, вот где вот этот вот столб фонарный стоит, вон там вот биткоин-доминирование, ну, предположим, 72%. А вот 41% это вот где начинается, где вот этот вот бордюр проходит. Даже ближе, чем мотоциклист. О, видите, зомби-апокалипсис отменяется, живые люди появились, выжившие. Вот, значит, вот здесь вот уже грузовик. И получается, покупая альткоины сейчас, мы что решаем? Мы решаем с развязанными шнурками. Ну, у меня шнурков вообще нету.
Ну, решаем вот с развязанными шнурками вот так вот прямо перед этим грузовиком вступить на дорогу, рассчитывая, что мы сможем перебраться на другую сторону профита. Целыми и невредимыми с этим самым профитом. То есть мы за ним идем. А не лучше ли дождаться, а вот так сделать шаг назад, сделать разумный шаг назад, дождаться, пока этот грузовичок просто вот так вот сюда такой подъедет, так вот развернется, доедет он в ту сторону обратно к тому дереву, к тому столбу, 72%. И вот когда он будет там стоять, вот мы шагнем в море альткоинов и с очень большой долей вероятности успеем перейти на сторону профита. То есть, неужели в этом нет толики разума? Как вы считаете? То есть, я не спорю, что, конечно, может быть такое, что даже... Вот, кстати, Босфор, давайте к нему подойдем. Я не спорю, что, конечно, может быть сейчас биткоин-доминирование задержится, как это было в прошлые разы, на уровне 40%. Да? И в течение этого времени будут иксовать альткоины, перекладывая свою капитализацию из одной монеты в другую. Как это было там в 2017-2018 году. Да, это будет эйфория, это будет круто, но если так будет, то мы это с вами увидим, ну и тогда будем заходить. Стараться только небольшой суммой, чтобы, так сказать, часть себя отправить на преодоление дороги с грузовиком, чтобы если эта часть наша будет раздавлена, то другая часть хоть и останется инвалидом, но все-таки останется живой. Вот. Но есть также еще вероятность, что все-таки и биткоин-доминирование пойдет ниже 40%, там 36%. Я не спорю. Но, ребяточки, а вероятности-то больше, что нет, что наоборот, от 40% мы оттолкнемся. И наша с вами задача, господа, наша задача заработать и не потерять. Но даже не потерять главнее, друзья мои. О, смотрите, какой Босфор красивый. Не потерять. Запомните, это мантра должна быть. Вы должны просыпаться утром, вставать, смотреть на себя в зеркало и говорить: я сегодня не позволю себе потерять деньги. Не позволю. Вот не надо позволять себе своей жадности приводить себя к такому состоянию, что вы теряете деньги. Там, кстати, интересный пруд внизу. Давайте пойдем сейчас на него смотреть. Вот. А жадность и терпение – это разные как бы вещи. Вот поэтому свою жадность вы ее угомоните. Включите терпеливого человека. Выйдите хотя бы наполовину из альтов в биток. И на другую еще на четверть в доллар. Если уж так хотите в альтах посидеть, то четверть сохраните в альтах. То есть золотая середина. Ну или там другую какую-то схему, которая вам будет комфортна, но которая будет подразумевать, что вы просчитываете все возможные варианты исхода событий. Так, там где-то я видел лебеди плавают там ниже. И тогда все у вас будет хорошо. Ну, ребята, знаете, вы посмотрите по видосам, по истории видео на моем канале. Просто вот прямо сейчас возьмите и пойдите и посмотрите. 2017 год, у меня есть видосы там по 80 тысяч просмотров, по 20, ну в среднем 15-20 тысяч, прям как сейчас. 2018 год, еще там какие-то остатки роскоши, еще просмотры были. 2019 год, у меня есть видосы, которые 1000 просмотров не набрали. Это что значит? Это значит, что 95% людей, которые так рьяно били себя в грудь про крипту, что крипта, тузымун, вечный рост, мы будем богаты. Эти люди из криптопространства испарились, их нету. Не знаю, может быть, кто-то из них умер от старости, но я так подозреваю, что большинство из них просто разорились, испарились, разорились. Рифма какая. Их нет на рынке. Они, знаете где? Они где-то, наверное, работают по специальности или нет. Кто-то из них наверняка даже работает там, на не очень, так сказать, престижной работе. Не будем называть эти профессии, чтобы никого ни в коем случае не оскорбить. Все профессии нужны, все профессии важны. Вот. Но я уверен, что от былой гордости и славы не осталось и следа, собственно, как и их просмотров на моем канале. Это один из ключевых индикаторов того, что пора сворачивать удочки. Хотя в этом месте я бы эти удочки, честное слово,
развернул бы снасти. Как тут красиво. Ой, да. Так и хочется туда плюхнуться. Вон там. Флора и фауна. Все в одном месте. Прям как все как у нас. Вот не могу сфокусироваться из-за забора. Ну, смотрите забор тогда. Что-то там плавает вообще. Так, может быть, тут жабы какие-то зеленые. Кого из вас душит жаба, признавайтесь. Я так понимаю, что многих. Я вижу, судя... Вот, знаете, я так удивляюсь, но в последние как раз вот месяцы, когда я начал предупреждать людей об обвале, я заметил, сколько негатива начало сыпаться. Люди такими злыми стали. Из-за этого я тоже злюсь, где-то в чате даже матюкаюсь на них. Что выводят из себя? В комментариях всякие глупости пишут. Когда в голове орешек, ну что ты поделаешь? А с другой стороны, я понимаю, ну, судьбинушка их накажет. Они же останутся без портков абсолютно. И, наверное, это будет им правильное наказание. Вот. А я бы хотел с вами, ребята, вот я сейчас это видео записываю для своей любимой части аудитории, для думающих людей. К сожалению, у вас меньшинство. Но я надеюсь, что вы, вот прям именно ты, кто сейчас меня смотришь, и я надеюсь, что именно это видео посмотрят только вот до этого момента, только те люди, которые умеют думать, которые умные ребята. Я надеюсь, что мы с вами, друзья мои, выживем, сохранив заработок, который мы подняли за последний год, а мы подняли очень много. И мы с вами спустя какое-то время дождемся нужного момента, чтобы снова иксовать и на альтах, и на биткоине, и на эфириуме, и вообще на чем только не иксовать. А сейчас... Как один из самых главных вариантов. Я считаю, что диверсификация в такие моменты наше все. Что-то в долларе, что-то в ходле, пока что еще биток, эфир можно еще оставить. От альтов надо избавляться, потому что это лотерея. Что-то нужно вкладывать и зарабатывать в других инвестиционных инструментах. Тоже как диверсификация, то, что работает независимо от тех сфер, где вы зарабатываете. Это может быть какой-то хайп-проект, который, допустим, запускается сейчас уже в этом месяце, и ссылочка есть тоже на него в описании. Это может быть Дейзи. Вот Дейзи – это не хайп-проект, это не финансовая пирамида, и я думаю, что Дейзи, благодаря своим алгоритмам, заработает нам даже на нисходящей тенденции. Вот кому это интересно, смотрите презентацию, смотрите инструкцию по участию, потому что это смарт-контракт. И лично мне Дейзи уже принесла 50% профита на мои инвестиции. И мы можем лицезреть кривую капитала работы алгоритмов Дейзи компании Endotech. Поэтому смотрите обзоры, смотрите инструкцию, присоединяйтесь и зарабатывайте. Здесь также есть партнерка крутая, есть чатик в описании моей команды. Присоединяйтесь, там вам помогут наши админы. Ну, в общем, 10-20% своего капитала запросто можно туда отправить, и это будет дополнительной страховкой для того, чтобы, ну, если вы потерпите крушение в одном месте, то в другом месте у вас будет страховка, подушка безопасности. Сразу по всем фронтам в разных отраслях вы вряд ли потеряете деньги. Вот. Поэтому именно в такие опасные моменты я рекомендую диверсифицировать. Ну, собственно, на этом у нас все. Я вот думаю, что пока мы линию шеи не пересечем по перевернутой голове плечи, у нас есть все шансы продолжить восходящее движение. То есть такой вот, давайте финальный аккорд по поводу биткоина дадим. Биткоин. Мой любимый биткоин. Обожаю его. И давайте финальный аккорд. Финальный аккорд будет заключаться еще в одной вещи, которую тоже можно выделить на графике биткоин-доллар. А это вот такой восходящий трендовый канал. Представляете, и голова плечи, и расширяющаяся формация, и восходящий трендовый канал. И он... Вот эта линия, вот это уже вторая, которая восходящая идет. Восходящая трендовая линия. Линия тренда восходящего. Является собой поддержку вместе с 20-недельной скользящей средней. И нам бы еще взглянуть на дневные скользящие, кстати. Давно я на них не смотрел. Давайте-ка посмотрим. Это не то. Сейчас, один момент, я их найду.
Вот они. На мне интересны в данный момент 20, 20-ка и полтинник. Ну, к сожалению, мы ниже сотки, мы ниже полтинника, мы ниже 20-ки. Это очень плохо. Но в любом случае они находятся сейчас на уровне там, 55 тысяч долларов. Возможно, мы пойдем их тестировать. Они, к сожалению, пока что будут уровнем сопротивления. Но если мы будем дальше двигаться в рамках этого восходящего трендового канала, то верхняя его граница будет в районе даже 70 тысяч долларов на текущий момент. В общем, пока что за биткоином надо просто следить, держать руку на пульсе. И весь алгоритм действий, в принципе, я уже вам все рассказал. Давайте еще раз глянем на Босфор. Его, к сожалению, за деревьями не видно уже. Ну вот он там где-то есть. Очень красивый вид на самом деле. И я, в свою очередь, желаю вам всем. Чего я вам желаю? Вы, кстати, собаки. Вот моя собака для участия в фильме «Я легенда». Вот она. Я вам что желаю? Правильно, жирного профита. Всем пока и до новых встреч.